Привет, друзья! Сегодня я приготовила для вас очередную шикарную подборку турецких фильмов о любви до слез. Я продолжаю держать вас в курсе лучших фильмов или же сериалов, которые можно посмотреть в интернете. Ну а перед тем, как начать, хочу напомнить, чтобы вы не забывали подписываться, чтобы всегда быть в курсе новинок. Открывает сегодняшнюю подборку турецкий фильм «Вода и огонь». В ролях Асжан Денис, Ясемин Ален, Каан Чакир, Пелин Акил и другие. В фильме рассказывается красивая история любви парня, который сбежал от неписанных законов и невинной девушки. История их противостояния разным стихиям ради любви. Отправившись в Лондон для изучения английского языка, Якмур осталась в столице Англии после окончания обучения, где встретила Хашмета, привлекательного и скромного парня. Вскоре между ними зарождаются романтические отношения, которые постепенно перерастают в большую и чистую любовь. Однако тайны прошлого грозят разрушить их идиллию, после того, как выясняется, что Хашмет – член могущественного клана. Когда обстановка вокруг парня становится напряженной, а Якмур оказывается на распутье, Хашмету предстоит сделать сложнейший выбор в своей жизни. Фильм «Шепни, если забуду». В ролях Керем Бурсин, Ишил Юджесой, Мехмет Гюнтюр, Фарах Зайнеп Абдуллах и другие. Фильм повествует историю о двух совершенно непохожих сестрах, которые проживают в небольшом поселке. Ханифе не так давно окончила медицинские курсы и теперь успешно работает в местной поликлинике. Она никогда не выражает свои эмоции напрямую открыто, предпочитая быть самостоятельной и одинокой девушкой. Хатидже, в свою очередь, очень эксцентричная девушка, готовая пойти на пролом ради поставленной цели. Однако на большие достижения пока не замахивается. У Ханифе огромная тяга к творчеству. Она обожает писать стихи и работать над собой. А вот Хатидже больше увлечена музыкой, пытаясь совершенствоваться в вокале. Казалось бы, обыденная рутинная жизнь главных героинь так и продолжалась бы, если бы в их поселок не приехал сын одного из управленцев района. Тарык – молодой человек, который производит впечатление на сестер, а те, в свою очередь, все больше и больше находят приезжего молодого человека привлекательным. Фильм «Ты мой дом». В ролях Асжан Денис, Гизем Даниджи, Фахрие Эвджен и другие. В центре сюжета молодая и привлекательная девушка по имени Лейла, в жизни которой наступили далеко не самые легкие времена. Она долгое время любила мужчину, однако после того, как Лейла узнала, что он женат, им пришлось расстаться. Героиня очень тяжело переживает произошедшее и даже попадает в больницу. После выписки ей не остается ничего другого, как вернуться в родительский дом. Лейла была уверена, что после того, как ее так подло обманули, она еще не скоро сможет снова полюбить. Но все меняется, когда девушка знакомится с простым строителем Искандером. Она очень быстро понимает, что это именно тот человек, который ей нужен, и которому самое главное можно довериться. Но судьба очень часто бывает жестокой, и впереди влюбленную пару ждет множество серьезных испытаний. Фильм «Вместо нас двоих». В ролях Серина Серикая, Ниджати Ишлер, Зирин Текиндор и другие. В одном поселке молодая девушка по имени Чичек живет жизнью, которую навязала ей семья. Но однажды она влюбляется в таинственного учителя литературы Дагана. Да и сам учитель, как не сопротивляется запретной любви, не может выбросить Чичек из головы. Это чувство двух людей друг другу изменит их и повлияет на судьбу целой семьи. Это история о семейных связях, которые держат вместе, о дружбе, тайнах и вранье, о невозможной, но от которой не убежишь, любви. Этот фильм предлагает зрителю не терять веру в любовь и надежду. Фильм «Бесконечная любовь». В ролях Мурат Йылдырым, Фахрие Эвджен, Филиз Ахмед, Зайнеп Аздер и другие. Фахрие Эвджен в роли Зайнеп, девушки, которая может становиться счастливой из-за мелочей, вносит в свою жизнь яркие краски.
Живет она с младшей сестрой. Девушка не задумывается о чем-то недостижимом, радуется мелочам и старается трудную, но достойную жизнь переносить гордо. Встреча с Джаном раз и навсегда изменит ее жизнь. Мурат Йылдырым в роли профессора Джана, который в молодом возрасте посвятил себя карьере. Медицина для него на первом месте. Молодой и уверенный в себе профессор, который работает хирургом. Но когда в его жизнь входит яркая, веселая и энергичная Зайнеп, мир для Джана приобретает совсем другой оттенок. Правда, там, куда приходит любовь, появляются завистники, которые только и знают, что строить козни и заставлять возлюбленных усомниться в их чувствах. Что ж, друзья, на этом все. Это был последний фильм сегодняшней подборки. Большое спасибо, что досмотрели до конца, и до новых встреч с новым видео!